А это чёрная болячка, Джерпис, что ли, что, хулиган, что ли? Да. Гангстер. Короче, ко мне обратился подписчик, говорит, чтобы я ему тачку на прокачку сделал. Помоем, очистим, сделаем как положено. У него и так проблемы с сотрудниками были. Ну чё, как говорится, let's get it, ебаный бро. Ну чё, пацаны, чё делать будем? Так, ну её нужно как-то хорошо сделать, чтобы ему понравилось, получается. Конечно, да? Тогда придётся её продать и другую купить. Это корч? Корч. Корч. Да. Корч это что такое? Корч. Там мотор какой стоит? Корченый. Испорченный ты имеешь? Ты мотор видел какой стоит? Да, Toyota. А машина какая? BMW. Да. Ничего не смущает? А что так, прикольно же? Ну, я сразу восстанавливать его в музейный вид. Не, ну понятно, конечно. Мы не будем, потому что там уже пытались восстанавливать. Не получается. Плёхка вся история. И в этом нету смысла, потому что на ней боком ездит. Понимаешь? Угу. Боком. Не так, вот так что ли? Да, вот. Вот так поедет на работу. Все, давай. И вот так поехал. Вот так, вот так ездит. Соответственно, мы ее вышкурим, загрунтуем, ее визуально, ну, немножечко получше сделать. Грунт с колес начнем. С колес, да, давайте, колесам что-нибудь нужно прям нормально. У нас есть ребята, которые могут кованые диски на заказ произвести, там, 20-е какие-то. Ну, не, нахера надо. Сейчас на это колпаки поставим, и все. На хомуты, я так понимаю. Конечно, да. В салончике что там можно сделать? Салон, я думаю, можно почистить хорошенько. Mm-hmm. Там, конечно, есть моменты, которые нужно перешивать, но тут вопрос. А зачем перешивать? Я, смотри, на салон мы туда прикольный чехол наденем. Какой-нибудь, он едет, кочка какой-нибудь, он так постоянно, а он вот так вот ехал, чоп, у него мягко сидит, вот так, как на корабле. У него еще в салоне, знаешь, один ковер большой. Постоянно у него какой-то запах есть, там бензин пахнет или что там. Это потому что мотор от Toyota. Я предлагаю вообще полностью ему вонючки повесить, вкусные, разные. Что, всегда пахло хорошо? Конечно. Нам что тогда делать, если вы в принципе все решили, все знаете? Как, смотрите, давайте мы, значит, что вы делаете? Сверху там. Шпатлевку вот это все и... Поштукатурить? Конечно. Только штукатурка не которая дома делать ремонт, а такой автомобильный специальный. Есть такой вот? Ну, я думаю, найдем. Все, вот специально. Записывай, правда? Андрюк. Конечно. Кузов конечно, штукатурим, конечно. Шкурим штукатурим. Тюнинг весь от тебя. Давай. А мы просто подготовим его под тюнинг. Все, договор. Все. Молодцы. Отлично. Давайте. Так, друзья мои, что мы имеем? Дело в том, что с момента, как мы сидели с Рустамом, с Джавидом и обсуждали, что нам нужно делать с этой BMW, прошло ни много ни мало, почти 2 недели. Дело в том, что прям буквально на следующий день мы собирались поставить ее в работу, начали загонять, и у нее отхлебнуло сцепление. Мы очень долго искали сервис, который сможет это все восстановить. В итоге нашли, они все это начали делать, все это сделали. Просто, ну, слесарная часть, техническая часть, это немного не наш профиль. Именно поэтому пришлось найти ребят, которые нам в этом помогут. Но сейчас она уже здесь, сейчас она уже ездит. Что-то похожее. Мы делали с Мерседесом 220, который нам пригонял Эрик Давидович. И прям вот здесь сейчас ссылка на этот ролик, если хотите, можете посмотреть. Но там, правда, была немного другая задача. Здесь мы подойдем чуть-чуть более осознанно, и нам нужно будет ее полностью подготовить, красить ее, выводить в идеал, да, ну, вот идеал и этот автомобиль – это несопоставимые вещи, потому что по своей философии, идеологии эта машина изначально, ну, не должна быть идеальной, она должна дубасить на все бабки, и не страшно было бы, чтобы ее всандалить. Именно поэтому мы будем подходить следующим образом. Мы ее полностью подготовим, загрунтуем, вышкурим, после чего заклеим ее в виниловую пленку. И, безусловно, у Джавида свои планы на нее. Мы передаем ее туда, в малярку, и начинаем работу.
друзья, мы находимся с вами сейчас на промежуточном этапе преображения вот этой вот невероятной BMW 3 серии с мотором от Toyota, с сцеплением от Волги. Единственная задача этой тачки делать так ра-та-та-та-та. Тем не менее, мы подготовили кузов, и как многие из вас уже могли догадаться, мы будем оклеивать ее в пленку. Пленка будет виниловая, какого цвета, увидите позже в конце ролика. Сейчас, пока мы ждем пленку, мы решили выполнить комплексную химчистку салона. И на самом деле это одна из моих самых любимых услуг, потому что именно вот эта услуга преображает реально ваш автомобиль. Так как полировка, если мы говорим про кузов, так и вот комплексная химчистка, когда вы садитесь в салон, и вот казалось бы, он у вас мог бы быть чистым, но все равно вот ты садишься и кайф. Интересный факт. Сегодня 22 октября 2021 года, и ровно 3 года назад мы выкладывали ролик с Рустамом про его BMW X5. И, собственно, получается, что ровно год прошел, мы опять снимаем с Рустамом, с Джавидом, извините. Там был Рустам, тут Джавид, как я мог вообще это все сопоставить? Но не суть. Прошел ровно год, мы делаем очередной проект. И на самом деле, единственная задача, которая перед нами стоит, это чтобы по итогу, владелец этого корча был доволен, ему нравилось, что у нас получилось. Поэтому продолжаем химчистить, продолжаем наводить красоту, ждем пленку, ну а вы смотрите дальше. Так, друзья, мы сейчас находимся в оклеечном боксе, у нас первый день оклейки. Я пока уже спалил крышу, как бы, но по крыше все хорошо, но как бы особо картина не видна. Кому могло показаться, что идея или затея клеить машину винилом на подготовленный кузов, это может быть не очень хорошо. Вот сейчас вместе со мной мы пойдем вот туда, потому что Стас уже заклеил заднее крыло правое. Посмотрим, как это выглядит. И если вы помните, заднее крыло выглядело вот так. Ну... Короче, мне в целом не хочется ничего говорить, я думаю, на моем лице все написано, поэтому вот, по-моему, просто топ вообще. Покажи. Безусловно, я понимаю, что все это до первого столба и как бы до первого тычка и чего-то еще. Но вот знаете, вот я лично все равно всегда подхожу к любой работе так, что вот если ты делаешь работу, ты должен делать ее хорошо. На 100% и вот чуть-чуть больше. И чаще всего еще я делаю так, как я бы делал бы сам себе. Пока, конечно, сам себе не делаю по ряду причин. Но об этом когда-нибудь позже подробнее вы обязательно узнаете. Давайте дождемся итогового результата. Смотрите дальше. Чтобы зимой жопа не мерзла, вот такой ковер пойдет на сиденье. Когда долго на пробке стоишь, Москва, постоянно поясница, то туда, то сюда. Массажер. Опа! Вонючки много не бывает. Тонк. Ты че, колхоз устроил здесь? Антирадар, давай сюда, ни хера. Зимой не холодно, летом руки не потеют. Когда будешь ехать это... У кочки тоже много бывает. И вот так будет. Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Это чемп-элемент от Джавид будет. Здорово. Здорово. Ну что, ты вообще готов увидеть машину? Да, готов. Точно, ей-богу, готов. Да. Давай, раз, два, три! We'll be right back.
Итак, друзья, переносимся с вами в прошлое. Ну, как бы для вас это получается будущее, для нас прошлое, потому что мы не могли показать автомобиль в том виде, в котором его сделали мы. Вы сейчас все увидели итоговый результат по версии Джавида, который должен был быть, но тем не менее вы должны понимать, что, скорее всего, весь тот тюнинг, который на нем был, владелец этой машины демонтирует. Ну, я, по крайней мере, надеюсь на то, что он это демонтирует. И выглядеть она будет ровно вот так. Мы подготовили полностью кузов, оклеили все вот в такую вот пленку. Также мы выполнили комплексную химчистку салона, что облагородило ее немного внутри. И, на мой взгляд, результат получился более чем достойный. Если вы согласны со мной, поставьте лайк. Если не согласны, напишите комментарий, почему не согласны. Очень ждем вашей обратной связи. Не забывайте подписываться на этот канал. С вами был Brooklands Detailing, Костя. Всем до встречи. Охренеть! Ну чё скажешь? Охренеть! Чё, показать тебе чё здесь? Вообще, да. Чё с тобой? Чё стало? Да все огонь вообще. Пелёнка. Пелёнка по щупу какой. А? Очень мягко, приятно. Конечно, сейчас вообще комфорт будет. Мы тебе сюда багажник. Специальный ящик сделали. Чтобы ты овощи, фрукты всегда свежие возил. Теперь ты официально прокачан. Ха! Красавчик! Давай, молодец!